Всем привет, всем доброго дня. А почему бы не провести сегодня день возле бассейна? Сегодня самый жаркий день, плюс 35. Вообще даже администрация выложила предупреждение о том, что будьте осторожны, сегодня дико жарко. А я решил сам из солнцепёк выйти к бассейну. Думаете, я тут один лежу, загораю? Ну, почти. Там еще есть люди, лежат, тоже загорают. Я думаю, вот надо сходить, наверное, поплавать немножко в бассейне, освежиться. Потому что действительно дико жарко. Я вышел сам из солнцепёк, сейчас 2 часа дня, поэтому прям солнце, конечно, сжигает. Можно было пойти на море, мне, если честно, не очень хочется. Я думаю, так выбегу быстро на час и домой. Дальше делать дела, очень много всего нужно сделать. Ой, я только сейчас увидел, что здесь цветы посадили. Вообще, я смотрю, видимо, газон поливают, потому что он не выжженный. Если в прошлом году он вообще был выжженный, то в этом году хотя бы как-то его восстановили. Газон. Приятно лежать, потому что когда лежишь на стене, все колется. Сейчас хотя бы трава мягкая. Очень хорошо лежать, отдыхать. Так, что-то я и не сходил в бассейн, в итоге тут пролежал. Короче, надо все идти домой, уже солнце подпекает прям конкретно. Испепеляет. Половина третьего уже. Так я тут лежу полтора часа. Я думаю, что можно собираться. Чтоб совсем не сгореть на солнце. Это как-то не очень хочется ходить, и потом все будет же болеть.